на команду, которая находится вверху турнирной таблицы, всегда настраиваться немного легче, поэтому мы знали, хорошо знали, и мне импонирует стиль «Зари», честно скажу, мы где-то примерно такой же стиль и сами проповедуем, то, что у нас не получается, а получается сейчас у «Зари», ну, к этому надо было стремиться 3 года. 4-й год эта команда создается, и сейчас она как раз показывает футбол, который нравится всем. Но сегодня, я думаю, что фирменного футбола «Зари» мы не увидели, и в этом заслуга именно наших игроков средней части поля, которые не давали разгоняться быстрым атакам «Зари». Наверное, вы согласитесь со мной, что мы плотно закрыли сегодня и Петряка, и Караваева, их сегодня не было видно, практически не было момента у Бутковского, но «Заря» создала свои моменты, потому что там играют классные футболисты. Хотелось бы, конечно, чтобы игра была поинтереснее, но в связи с тем, что у нас 7 человек отсутствовали в этом цикле тренировочном, вернулись буквально за 3 дня, в сборной были, у них очень много, я думаю, эмоций ушло за сборную, что они прошли, выиграли плей-офф, прошли на чемпионат Европы. Но это, я считаю, все равно не тот фактор, который должен был повлиять на игру. Ну, видно было, что где-то не хватает той агрессии, которую хотелось бы. Я понимал, что команда «Металлист», если взять по людям, достаточно неплохая команда.